Так, ребят, история про берлогу. Вот берлога медвежья. В прошлом году была. Я туда залазил во весь рост. Вот она была, провалилась. Как, значит, мы ее нашли? И ныне сейчас тоже все в тропах медвежьих. Собака, значит, соболь погнала лося. Погнала лося вот оттуда. И... Олег, какое время-то было? Начало ноября, да? 5 ноября было. И Олег пошел за собакой. Собака лаяла вот на этом месте. Вот именно здесь. А с медведем собака еще не сталкивалась ни разу. И бегала вот здесь, лаяла. Олег подходил, думал, лось, следы лосиные. Думал, лось, была лицензия на лося. И вот он зашел на это место, постоял прямо на бугру вот на этом. Вот на этом бугру прямо постоял на берлоге. И отошел немного в сторону. Вот сюда, примерно к пеньку, вот к этому, чуть подальше. И начал разговаривать по телефону. Сзади слышит только ух, 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 ух. Отсюда вылез медведь, и уже Олег его увидел вот здесь. Он, наверное, буквально в 3 метрах от него пробежал в ту сторону, вот где собаки. И нынче снова у него здесь все деревья повалены, рябина. Он, наверное, снова где-то в ближайшем тут месте вырывает себе берлогу. Берлога была хорошо устелена сухой травой. Я туда залазил. Говорят, что так берлоги устраивают все медведицы, бабы, женщины. Медведь-самец, он более такой, как сказать, неряха. А женщины, они все делают красиво. Не знаю, как Олег не заметил, все это дерево было в земле. Можно было, но, видите, рассчитывал, что лось. А тут оказался медведь. И чуть он его не смял. Такая вот история про медведя. Ладно. Сегодня весь день идет дождь. С погодой не подфартило. Пару раз собака злаивала на рябчика, больше ничего. А зайца еще видели, больше ничего. Подписывайтесь на мой канал, в общем. С вами был Серега Охотник. Про медведей мы еще вам попоказываем, порассказываем. Часто с ними встречаемся. Как и с лосями, в принципе. Так что давайте. Всем удачи, всем пока.